Всем привет, мы тут с Пашкой. У нас домашняя фотостудия, мы делаем фотографии с пузиком, чтобы я потом сделала коллажик с изменениями. Получилось там что-нибудь красивое? Ну, очень красиво. По-моему, быть не может. Вот у нас тут свет стоял, и на фоне белой стены я фотографировалась. Писали, кстати, в комментариях, почему я не делаю такие фотографии. Я их делаю, просто я их не показываю. И очень часто такое бывает, что мы что-то не показываем, и люди думают, что этого нету. Там мы не показываем, что мы там, не знаю, купили памперсы, или что мы работаем. Значит, этого нет. Это так странно. Мы еще не моемся. Да, и зубы не чистим. Вообще, мы очень часто забываем сфотографироваться, и... Я хотела раньше фотографироваться каждую неделю, а получается, мне кажется, каждый месяц, да? Да, каждые 3 недели. Ну, каждый где-то, может, 3 недели, вот так. Но сейчас вот живот начинает больше расти, и надо фотографироваться чаще. Мы даже сделали напоминание себе тут сфотографироваться у стены, чтобы не забыть. А мы сейчас будем обедать. У нас сегодня курица с пюрешкой и горошком. И, между прочим, вот это, наверное, думаете... Сгущенка? Я ее с сыром еще сделала. Всем, кто тоже кушает, всем приятного аппетита. А вообще сегодня Хэллоуин. И Пашка надел свою очень классную футболку. Правда, на улице дубак. Мне кажется, он замерзнет. Будешь всех ходить пугать? А я в темном, в таком черном платье, теплом. Потому что у нас где-то градусов 18. Мы идем в банк. Интересно, кто-нибудь скажет, что Паша очень классный костюм? Ну, чуть никого нету тут. На кассе, мне кажется, тебе никто ничего не скажет. Прикол. Первая работница, которая меня обслуживала, вообще не заметила, что я весь в крови. А вторая к ней подходит, такая смотрит на меня. О, ты, говорит, готов, говорит, к Хэллоуину. Я говорю, да. И вторая такая поднимает глаза. О, точно. Она говорит, а что с тобой случилось? Я говорю, ты после пожара? Я говорю, там все подряд. Я говорю, пожар, зомби. Она говорит, ты идешь на костюмированную вечеринку? Я говорю, ну да, да. Прикол, интересно, сколько людей, ну, вообще обратят внимание и скажут что-то. Что мы сейчас будем гулять среди людей. Среди людей? Среди людей будем гулять, да. Мы обычно среди зомби ходим, да? Но мы можем по парку глядя никого нет, а так там люди кругом. Главное, чтобы ты не замерз. Я, мне кажется, скоро накину уже кофтейку. А сейчас мы приехали на фермерский рынок за финиками. Они у нас уже закончились, они очень вкусные. Пашка их тоже ест, кстати. И... Надеюсь, они есть. А, да, есть. Смотрите, он сегодня в костюме. It's okay. Вот здесь ребята тоже в костюмах. Они бутерброды. Нас угощают шоколадным какао. Прям остановили, говорят, вам надо срочно попробовать. Это вообще здесь всякие такие напитки. Здесь, Паша, ничего не сказали по поводу костюма. Мы вообще даже не сделали ни одного комплимента. А ты сделал им? Я сказал, найс костюм, братан. Говорю, как у тебя все дела? Да, шикарно. Да, вот у того, кто финики продавал, у него вообще классный костюм. Он нас запомнил. Ghostbusters! Классно у нас музыка по радио играет. Походил немножко в этой футболке своей самодельной и нашел пару недочетов. Че ты ржешь? Вот первый недочет. Я просто вырезал вот здесь эту штуку, сплавил. Прям как раз где сосок. И когда, если она чуть не так легла, да, то мой самый сексуальный сосочек просто в такой чик! Такое сейчас скажите. Во-вторых, вот здесь вот, видишь, штука болтается. Тоже так себе смотрится. Да. Надо ее просто отрезать. Есть у тебя тут ножницы или чуть-чуть? Есть ножницы тут? Да, не ли, еще хуже делать. И в-третьих, я не учел тот факт, что на улице очень холодно. Ну, уже прохладненько почему-то на Хэллоуин так становится все время. Да. Ну, кстати, некоторые кассирши, там, продавщицы и работники, да, тоже в костюмах такие разукрашенные. Мы, кстати, в Коско приехали. Надо купить там пару вещичек. Здесь уже всякие сладости
новогодние продают. Прям такие, ну, подарочные прям упаковки. Сладости, просто конфеты с ликером там, с виски. Ну, для взрослых. С водкой. Вот это красивые упаковки очень, прям такие подарочные. Вот тоже красивые. Забавные шоколадные блинчики. Годаева. Тоже смотрите, какая классная коробка. $15 стоит. О, вот это тоже красиво, смотрите. Смотрите, смотрите, смотрите. Угу. Это типа щелкунчики. Какие-то странные звуки на заднем фоне. А, вот такие подарки любят, кстати, здесь делать. В каком-нибудь корзинке. И такой набор из всякого. Это вот рабочие такие странные звуки издают. Паша что-то пробует. Сосисочки. Терияки пайнет, мисс? Same. Thank you. Ну что, вы видите? Кто еще наряжен? Что, мы когда только зашли, было больше людей наряженных. Смотри, что я заметил. Че? Видишь, у меня подходит красная, вот тут молния, штучки, и тут красная. Ага. Это фэшн! Я не только интерьер-экстерьер там, а фэшн профессионал. Что обращать к себе, кому там костюмчик что-то подшить, ушить, там джинсики дырявые сделать. Хорошо. Ребята, у нас уже вечер, и сегодня Хэллоуин, но, как вы видите, он у нас как бы не сильно удался. Ну так, совсем чуть-чуть, долечку не удался. Единственное, что у нас дом красиво украшен. Кстати, я сейчас выходил, мусор выкидывал, и там вся паутина просто вот так вниз сползла. И такое, ну знаете, еще... Вот. Просто Хэллоуин кончился уже, ну, грубо говоря. И паутина такая говорит, ну, как бы все, конец Хэллоуина, зачем я вам нужна? И сползла вниз все. Ну, может, и ветер был. Но вообще мы как бы не сильно собирались идти на всякие вечеринки, там, тусовки, парады, там, хэллоуинские, костюмированные. Потому что, ну, с Катиным положением так себе идея идти куда-то. Там кругом пьяницы всякие и шум. Да, очень толпа людей, толкучка везде... сигаретный дым и все такое, как бы, ну, вы понимаете, да? Поэтому, если вы хотите посмотреть на хэллоуинский парад, я оставлю ссылочки на 2 предыдущих года, там костюмы, вот это все. Один раз мы были в Лас-Вегасе, а второй раз в Лос-Анджелесе. Сравните заодно костюмы. Ну, если вам вдруг интересно, как люди одеваются. Вообще, мы вот снимали, ходили как-то, у нас, ну, не сильно были популярны эти видео, да? Ну, потому что, допустим, в России там и в других странах СНГ не отмечают Хэллоуин, это только здесь за праздник считают, и, ну, кругом как бы все связано с Хэллоуином. Мне очень нравится вот эта традиция милая, именно детская. Да-да-да, трик-о-трит называется, да, что они ходят по домам, стучатся, и, ну, надо им дать конфеты. И знаете, в чем фишка? То, что мы купили конфеты вчера в Walmart'е, и сегодня к нам не постучался ни один ребенок. Хотя у нас как живут странно. Дети. Да, у нас дети есть, ну, как бы живут. И не приходил вообще никто. Я даже не видел, что по улице где-то ходили. Мы вот когда мы выезжали, ну, и в принципе сегодня из окна смотрели. Как-то очень странно. Да? Придется съесть мне эти конфетки. Тем временем я чищу гранат. Я, Паша, его порезал, я его вычищаю. Еще и порезал апельсинки. А, сейчас смотрите, что у нас есть. Хурма. Мы, знаешь, каждый влог снимаем про хурму. Да что-то. Капец, у нас нету нормальной хурмы. Так обидно, да. Вот это, она была мягкой, но очень сильно вязала, поэтому мы ее... Она вяжет, жесть. Мы ее в этом в морозилке подержали день. Сейчас, кстати, выложили видео, где я был на рыбалке, и очень много комментариев. Вы спрашиваете, почему я выкидываю рыбу, ну, в смысле, отпускаю ее, зачем ее ловить, если потом отпускать. Дело в том, что... В чем дело? Тебе нравится ловить рыбу, а не... Вот! Мне нравится ее ловить, это просто как спортивный интерес. Мне нравится ее поймать, как бы потащить, вот почувствовать на удочке, на крючке, на леске. Азарт.
Да, азарт, все дела. Кис, ты влог не смотрела, я это все сказал. А есть мне ее не нравится, тем более окунь, его надо чистить, тут все будет в рыбе вонять, там что-то разрезать, кишки туда-сюда, там он костлявый такой, небось, еще. Короче, окунь я бы... Окунь тоже не едим. Окунь не едим, жарить ее нам вообще не хочется этим заниматься, нам вот нравится там лосось, красная рыба, вот это другое дело. Я бы на самом деле хотел ее, знаете, как приготовить, где-нибудь поймал. Есть такая фишка на ютубе, называется catch and cook, то есть поймал и приготовил. Но там, где я был, допустим, нельзя костер разводить, это запрещено. Типа сразу на гриле? Да, сразу на гриле, а вот как раз мангалов там нету в этом парке. Так бы я хотел, ну, поймать ее, сразу башку отрубить, приготовить, попробовать на углях. Было прикольно. Ну да, на углях может быть и прикольно. Да. А не дыму ее тащить, тут вонять кругом. Чистить что-нибудь. Будем уже с вами прощаться. Всем до завтра и пока-пока. Пока-пока.